Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Итак, я продолжаю свой цикл исторических расследований истории крещения Руси. Это второй ролик этого обзора. В первом я изложил версию крещения Руси как по учебнику и закончил тем, что эта версия основывается на единственном документе «Повести временных лет» ученого-монаха Нестора. Итак, продолжаю. На чем же она основана? Основывается эта версия на одном источнике, так называемой «Повести временных лет». И что примечательно, вас съедят с говном, если вы попытаетесь оспорить хоть одну дату, хоть одно из описываемых там событий. Кстати, та же реакция последует, если вы усомнитесь в дате написания сего правдивейшего документа, датированного 1106 годом. И автором как раз является монах Нестор. Во всех научных и околонаучных кругах сей документ рассматривается как аксиома, то есть никаких доказательств не требует. Так ли на самом деле? Кем был монах, на труде которого держатся основные положения истории Руси? Кто и когда объявил о непреложной истинности этой летописи? Вы не поверите, но первым в России изучением повести временных лет занялся немец Август Людвиг Шлецер, живший до рубежа 19 века и работавший в России на государевой службе до 1767 года. Какие выводы по творению Нестора сделал сам Шлецер, мне неизвестно, да и неинтересно. Интересен некий документ, написанный им, в котором упоминается находка русского историка и государственного деятеля Татищева Василия Никитича. Вот выдержка. В 1720 году Татищев был командирован в Сибирь. Тут он нашел у одного раскольника очень древний список Нестора. Как же он удивился, когда увидел, что он совершенно отличен от прежнего. Он думал, как и я сначала, что существует только один Нестор и одна летопись. Татищев мало-помалу, обратите внимание, собрал десяток списков. По ним и по собственным ему другим вариантам он создал 11-й. Здорово получается, не правда ли, а? Оказывается, каких-то 300 лет назад существовал десяток совсем разных по содержанию списков Нестора, не считая еще других вариантов. Писали на всякий случай, под любые повороты истории, так это понимать? Так какой из них, кем и по каким критериям признан единственно верным и дошел до наших дней, став каноническим? Ну, рискну предположить, что вы подумали, что Татищев и стал автором великого творения. Вы опять ошиблись. Скажу больше. Ему даже не дали опубликовать свой труд ни в России, ни в Европе. Мало того, сам труд пропал бесследно. Приписываемая ему история, со слов академика Буткова, не что иное, как вольное переложение, практически переписанное небезызвестным Герхардом Миллером, очередным немцем на русской службе. Ну, кому как не немцам учить нас русской истории. И как писал сам академик Бутков, история Татищева издана не с подлинника, который потерян, а с весьма неисправного, худого списка. При печатании сего списка исключены в нем суждения автора, признанные вольными и сделаны многие выпуски. Сам же Татищев абсолютно не доверял повести временных лет, о чем собственноручно писал. О князьях русских, старобытных, Нестор-монах, недобрый сведом был. Вместе с бумагами Татищева бесследно исчезли остальные варианты списка Нестора, как исчезли документы из Казанского и Астраханского архивов, в которых работал Василий Никитич. Но кое-что из кое-чего оказалось возможным восстановить по другим документам, как говорят следователи, косвенным уликам. Ну, судите сами.
Княгиня Ольга действительно была в Царьграде, и свидетельствует об этом факте никто иной, как сам император Константин VII Багрянародный в своем труде «Церемонии Византии». Княгиня со всем почетом принималась при его дворе в 957 году. Но вот незадача какая. Крестным отцом он ну никак ей стать не мог. Потому что, как он сам пишет, к тому времени она уже была христианкой, и вместе с ней находился ее духовник. К тому же сам император к тому времени был уже женат. Ну и посему предлагать женитьбу ну никак не мог, по известным причинам. Как тут не вспомнить недоверие Василия Никитича Татищева к ученому монаху? А вот сомневаться в словах императора Константина, ну, нет никакого повода. Я объясню, почему. Византии было бы лестно сообщить о крещении русской княгини всему миру. Это бы считалось дипломатической победой Византии. Особенно, если взять во внимание частые посещения русских дружин стен Царьграда с неизменной выплатой дани византийскими владыками. Тогда кто же крестил Ольгу? Когда она была крещена и по какому обряду она крестилась? По византийскому или латинскому? Вполне возможно, что Ольга приняла обряд крещения в Киеве в 955 году. В то время там уже был христианский храм святого Ильи. И принадлежность храма ортодоксальной церкви так никем и не доказана. По западноевропейским хроникам, в 959 году Ольга направляла послов к германскому императору Аттону с просьбой направить в Киев епископа и священников. И ее просьба была удовлетворена. В 960 году некий монах из Сен-Альбанского монастыря был направлен в Киев и рукоположен в епископы Руси. Но он не смог добраться туда по банальной причине болезни и смерти. Тогда вскоре ему нашли замену, и на Русь был делегирован монах Адальберт, которому также был присвоен епископский сан, но прибыл он в Киев ненадолго. Всего около года побыл и возвратился назад. Этого факта сторонники классической исторической версии никак не отрицают, потому что об этом свидетельствуют и европейские хроники, и отечественные летописи. А вот отъезд Адальберта ими трактуется в свою пользу, конечно. Мол, уехал, потому что русский народ не принял папского посланника. Хотя на поверхности лежит совсем другое объяснение. Политическое или дипломатическое. Адальберт прибыл в Киев с определенными папой задачами и имел ограниченные полномочия. А так как возникли некие обстоятельства, решение которых не укладывалось в его миссию, он был вынужден уехать, ну, так скажем, на консультацию. И еще вот, на заре христианства на Руси люди не могли как-то вот принять или не принять именно папского посланника. Хотя бы по той причине, что в то время не было таких острых разногласий в церковных учениях, и в христианстве еще не произошел раскол на католическую церковь и ортодоксальную. Получается, что все выпады повести в адрес католической церкви только подтверждают, что дата выхода в свет этого научного труда расположена в 15-16 веках, когда разногласия между ветвями христианской церкви достигли наибольшего накала. Ведь даже через 200 лет после описанных событий в Софийском соборе Киева мирно уживались, находясь рядом, мозаичное изображение римского папы Климента с образами Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Это еще одна неточность чиновников от истории, прикрывающихся именем Нестора. Еще одним доводом в пользу того, что христианство на Руси изначально было ортодоксальным, является довод о роли братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, составивших кириллицу, азбуку, пришедшую на замену славянской письменности. Заметьте, никто не ставит под сомнение наличие славянской письменности. А это лишний раз подтверждает, что славяне совсем не были в то время дикими племенами. Наличие единой письменности только подтверждает наличие единого государства и многовековой истории славян. На этом я свой обзор заканчиваю.
Продолжение смотрите в следующем. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.